Доброго-доброго утра всем. А мы сегодня встали в 5 утра, вышли, а у нас половина горшков валяется, разбросано. Все поломато, я уже их подняла, даже и про съемки забыла. В общем, вот такие безобразничества, видимо. Ночью прошел хороший ливень, все побило, вот таких веток наломало. Мы даже ничего не слышали, мы закрылись и спали. То есть легкие кашпо вообще все валялись. Все побитое, видимо, дождь был сильный, приличный. Но буду восстанавливать. Вон сколько по количеству опавших цветочков. Можно понять, сколько тут всего. Надо было, конечно, заснять вам, показать, как все валялось. Ведра кашпо, вот даже вот эти вот большие кашпо, все перевернутые были. Я как вышла, как обалдела. Думаю, то ли реветь, то ли все хватать. И, конечно, кинулась все хватать. Вон, видите, прямо много всего. В общем, что-то ночью происходило, а мы спали, как лошади убитые. Не до того, он даже по этим петуньям можно понять, как, в каком все плачевном состоянии. Все вот такое опустившееся, поникшее. Вот и этот большой куст тоже побитый, беленький. Беленький, несчастненький. То есть он же прям такой, как шапкой был. Ой, кто это уже с утра пораньше с богатством носится? Ну ничего там, мы с помощниками-то справимся. Помощники. Да? Пусть скажи, это не мы. В этот раз это не мы напакостили. То есть и ветер был сильный, потому что ну все разметало. Фух, будем наводить порядки. Помощники есть. Да? Пуся, ты главный будешь помощник? Я на тебя надеюсь. Вот такие у нас дела. Будем наводить красоту. А всем хорошего дня, прекрасного настроения и легкого полива.